Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сейчас продолжаем играть в легендарную игру под названием Far Cry 3. Вот, снова продолжаем играть, получать чего-то там удовольствие, я, по крайней мере, получаю удовольствие, не знаю, что ты там получаешь, но я получаю. Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке, спасибо. В смысле? А я ж доехал. Это что такое? В смысле, подожди, я же доехал, я там сохранил. Зачем эти сохранения доступны, если ты ни хера не сохраняешься? Загрузить. Заебись. Толку мы ехали, короче, с того. То есть я понял, как здесь коряво сохранения работают. Я понял, ребят. Джейсон. Подожди, а у нас хотя бы эти скрафчены предмет сохранилось у нас? Или чё? Ну, вроде бы да. Шкура буйвола. Да, вроде бы. Вроде бы сохранилось. Да, она в порядке, спасибо. О, ребята, все как сложно в этой игре. Запомним, короче, то, что ездить смысла нету. Это все благодаря тебе. Ну, то есть сохраняться там, где я хочу, смысла нету. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат... Понятно, ладно. ...спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау привезет тебя туда. Подожди, какой, блядь, Татау? Где, почему патронов у меня нету? На РПК-то. Какой Татау? Чё, какой путь воина? Что? Что с игрой? А, у меня 150 баксов. А, подожди-ка. А, у меня денег нету. Ну, пополни, насколько есть. А, недостаточно денег у вас, видите ли. Давай продавать. Шкуру собак. Что-нибудь там по цене есть у нас? Шкуры рапиру. По десятке. Деньги-то сейчас мы наберем. Нам патроны нужны. В смысле, я же купил, а почему у меня 69? Включай радиовышки. Не понял. Если не включишь, я не смогу заказать. Я вроде купил патрон, но у меня там сразу 69 из 200 даст. Ой, 160. Я же купил сейчас, по-моему, патрон, да? Я же купил патроны. 69 все равно. Чего, блядь? Ладно, хер. Поехали, нам и так хватит. Я, в принципе, стрелок. Очень классный. Ой, поехали налево. Так, нам собаки Динго, да, нужны? Кто-то там еще. Вараны всякие. Собаки Динго. Жопа, ребят. Да, кто-то скажет, у тебя там есть навыки нераспределенные, да. Три навыка. Так, а нам бы живучесть бы как повысить. И дробовиков. Ага. Так, ну это прокачаем. О, давай. Ячейку здоровья. Давай регенерацию. И давай от взрывчатки поменьше. Две ячейки. Блин, вот это вот надо. Вот это, ребят, надо. О, ингредиентов надо больше собирать. Точно, тоже полезная штука. Чтобы ингредиентов в два раза больше собирать, это тоже очень полезно. Это нам прям надо тоже.
Потому что ты собираешься на кустика не одну, допустим, травку, а две. И это очень классно. У нас еще есть пулемет, есть калаш. У нас, в принципе, все устраивает. Нас сейчас будет лута. Это я обо что? Это я обо что сейчас так долбанусь? Непонятно, какие текстурки нехорошие. Так, здесь сразу пойдем пешком. Так, лутаем. Теперь можно и полутать. По 30 бачей собрали. Неплохо. Так, нам что-то дадут, наверное, сейчас типа этим пользоваться надо будет. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Ага. А чем я их буду убивать? У меня ничего нет, кстати говоря. Меня уже трясет. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Даже мне по стелсу прям надо что-ли действовать? Скрывайтесь тихо, убивайте радиопатрули, чтобы добыть их данные. У меня где-то, наверное, был этот, как его, пистолет с глушителем. Слышь, кто-то где-то сыт, по-моему. А, не, мне кажется. Так, этот молодой человек нам нужен. Блин, с калаша, конечно, палить. Такое себе удовольствие. Не говорит, что ты тоже отвлекся. Смотри, что там. Ищите! Чище. О, кстати говоря, нападение далеко происходит, ребят, это круто. То есть то, что не надо, не надо вплотную подходить. Это очень классно сделано. Одного хряка мы нашли. Так, где тут эти-то? Ящики-то у нас. Где-то наверху, что ли? Понятно. Да, господи. Неплохо бы заиметь снайперку бы с глушаком, ребят. Тык! Куда ты, блядь?
Иди посмотри, там очень интересно. Звук оттуда шел? Да-да-да. А, кстати, в Dying Light, ой, не Dying Light, а которую я проходил игру. Про, ну, девочку там с братом. Там такой херни не было, там были умные боты. Там два раза их отвлечешь и все. И все, и дальше ты уже их отвлечь не сможешь. Блин, столько ящиков здесь, видимо, вкусных. Нам туда, что ли, на тот корабль надо или что? Кто в курсе? Кто проходил? Да, мне кажется, надо туда. А, нет. Туда не надо. Так, это, по-моему, последний петушок. Здесь, я помню, миссия такая говняная. Надо именно по стелсу выполнять. Если ты по стелсу не будешь выполнять... Блять. Что за звук? Иди туда, короче. Блять. Да, это последний, слава богу, был. Это, слава богу, был последний, ребят. Так. Мне бы ящики все пообыскать. Бабки-то нам не помешают, то у нас даже патронов нормальных нет. Непонятно, где-то сверху, видимо. Так, это где у нас тут? Зеленая фишка, красная фишка. Это где-то, наверное, снизу. Это, наверное, где-то сверху. Идем по тайничкам сейчас, быстренько. Бачей, в принципе, на Патрике нам хватит с тобой. Так, здесь непонятно что, да? Ладно. Вас снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет? Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Мы ближе сейчас! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне! Это хорошо! Сейчас или никогда? Нет, хорошо, что они идут, это опыт идет к нам. Это опыт. Так, а что нам надо по заданию? Вперед! За честь! Как где-то кричал в какой-то игре. О, а это нечестно. Гранат, ребята, это нечестно. Экономим патроны. Оу. И тебе. Хорошо. Эй, Деннис, я напал на медузу. Пираты сообщили с... Джейсон,
хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Хорошо. Встретимся там, где ты сказал. Поговорить с Деннисом. А могу я это быстро ТП-шку сделать? Ага. Да, я могу. Будем быстро перемещаться, чтобы не растягивать, так сказать. Что у нас там по патронам-то? Мы можем? Нет. $320, да, еще и скидочку дают. Наконец-то мы смогли полностью боезапас пополнить. О, кстати. Навыки, ребят. Давай больше с растений, чтобы собирать, потому что нам по-любому это нужно будет. И вот это вот надо. Вот это тоже бы надо. Да и вот это бы надо. В общем, все надо, ребят. Все надо, все надо. Что у вас здесь? Кто вас пытается убить? Давайте помогу. Помогу вас убить или вам помочь. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ББ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. А, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Да, удачи. Понял. Игра в грабителя. Следующее задание. Куда нам? Отправиться в лесной поселок. Ага. Ну мы, короче говоря, с тобой здесь как раз поедем вышечку. Сначала на вышечку, ребят. Надо вышечку открыть. Вот. А потом поедем туда, куда нам надо. Так, где тут тачка? А что, тачек нет? Великолепно, что я могу сказать. А там-то тачка есть. Здесь тачки, что ли, нет? Нет, тут есть. Просто мы, если не, может, конечно, пешком. Знаете. Но будет, ребят, очень долго. Смысла в этом нет. Бегать пешком. Так. О, и тачка появилась. Конечно, а когда она еще появится, да? Когда мы взяли уже тачку. Это как в GTA-шке San Andreas в той же. Когда ты берешь тачку, точнее говоря, ты хочешь найти какую-то тачку, ее нет. Как только ты эту тачку берешь, сразу по городу везде ездят эти именно тачки. Вот, такие есть пироги. В замечательной игре под названием GTA. Так, у нас, да, зона не открыта, надо открывать. Какие глазастые, ни хрена себе меня увидели. Да пошел ты в жопу. Ты да, и там какая-то музыка такая. Ты да, играет у меня на радио. Ну ты чё? Я ж тебя купил за $1 000 000. Ты должна теперь тащить все просто. Эта тачка просто очень дорогая на самом деле. Говно это, короче, а не тачка. Я ее купил просто за очень дорого, мне сказали за $1 000 000, говорят, они, ну, очень хорошая, говорят, машина, качественная. На самом деле рухлить. В очередной раз меня обманули. А вы что здесь делаете? Давайте теперь я вас пообыскиваю, полапаю. То вы кого-то лапаете, то я вас полапаю. Где-то заход у них.
Где заход в вашу вышку? Так, 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 так. Куда нам дальше идти? Ага. Сюда, потом туда, потом вот сюда, потом как-то вот сюда. Да давай, оп, оп. Несложная вышка. Бывает здесь посложнее. Надо подумать, как пролезть. Вот. Давай, отключай. Так, так. Ну все, как учили. Мне нужны собаки Динго. И нужны... Топиру мы вроде забрали, да? Готово, радиовышка готова. Так, куча травы зеленой у нас. Ой, красный здесь. Так, нам надо тут точку, да, надо. Буйволы есть, есть козы, есть единороги какие-то. Собаки Динго, да, нам нужны еще. Нам нужны буйволы парочку. А туда нельзя в эту деревню как-то? А, бесплатный составной лук дали. О, СВД бесплатная. А подожди, я сколько максимум могу таскать? Стволов-то два. Подожди. Акула надо. Шкура акулы, ребят. Ну так, мы один, да, могли таскать? Два. Или подожди, или сколько мы можем... Как мне посмотреть, как селектор включить? Он так не включается. Ладно. На тап не включается, мне посмотреть, сколько у нас там этих. Ну. Да ты чё упал-то? Посмотреть, сколько стволов можем таскать. Ё-моё, сейчас убьюсь. Практически. Практически убился. Так, а здесь кто-то прям есть, кто-то поблизости, на кого может походить? Ну, справа есть эти куропатки. Я думаю, прям, знаете, надо будет серию устроить прям по охоте, ребят. Ну, прям заниматься охотой. А здесь есть акула прям здесь? Наверное, нету, да? Здесь, наверное, только крокодайлы. Доберитесь до наблюдательного пункта. Наблюдательный пункт. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. А что сигнализацию типа отключить? Отключить сигнализацию, чтобы не поднялась тревога. Да, возьмем посерьезнее оружие. Что есть? Давай показывай, мне деньги нужны. Ага. Ткаё вроде можно бы расстрелять, нет? Не будет. Ого. И это Миш, кстати говоря, первый раз прохожу по стелсу. Я сип по горло бастанцами. Обычно я просто заходил, все уничтожал.
Здрасте, мужчина. Я попался, гад! Ага. Ох, ебать. Да, блядь. Все как плохо. А как они вызвали подкреп? У них вроде подкрепа, да, приехала? Сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Угу. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Да, да, да. Налет на тюрьму. Так, следующий остров отправить закат на бух, когда будете готовы. А я готов. Ну как бы наполовинку, готов мне бы СВДшечку. Где? Мне бы СВДшечку, ребят. Чё? О! О! Тигр? Тигр? Ну? Это тигр, ребят? Тигра? Так, ну чё, я думаю, надо нам, да, наверное, шкуру тигра. Нам надо, наверное, с тобой... В принципе, мы с тобой здесь подлутались. Какое-то количество мы забрали лута. Так. Это кто? Это людишки. Чаще сверху заберем. Сверху? Так, это все замечательно. Нам куда? А куда нам? А. Ну нам туда получается, да, ну как раз через вышку, ребят, и туда. А можем как-то по реке доехать? Ну по реке очень долго, да? Хотя можем... А, нам, наверное, туда через эту. Блин, мне все равно надо, подожди, мне надо туда, все равно в эту переместиться. Во-первых, мы продаем все, что мы там нафармили. Так, боеприпасы покупаем. Не то. А чё, к ней ничего нельзя поставить? Понятно. Экипировать? А, могу, смотрите, к третьим могу. СВДшечка у нас экипирована. А можно, допустим, вот этот вот хищник изменить? У него вот урон... Да, у него урон и точность выше. Да, у хищника. А изменить что-то могу? А, хищник, подожди-ка. Хищник, у меня же есть. А, экипируй, тогда не СВДшечку, а хищник ставим. Так, а пополнить боезапас?
Хорош. Так. Теперь у нас все должно быть с тобой так, как должно. Теперь вопрос в другом. Как нам до туда добраться? Наверное, надо добираться через доктора, я думаю. Да. Я думаю, надо через доктора. О, снайперка у нас теперь крутая. А для снайперки, подожди, патронтаж... Да не надо, да что-то включился-то. Чехол для оружия, патронтаж. Буйволов нужно. Парочка буйволов. Подожди, а где парочку буйволов найти? Это вот, кстати говоря, вот здесь были буйволы. Откуда я ушел, там были парочку буйволов. Так, ладно, летим тогда туда. Там вараны где-то что-то есть. Блин, сейчас, если я миссию сейчас не закончу, меня опять сейчас-то пахнет сюда куда-то. И это мне не особо нравится, ребята. Летим. Так сказать, мягкое падение. Вышку откроем? Не обязательно. Пойдем, наверное, сразу на задание. Думаю, время у нас еще есть. Я думаю, мы выполним задание за 15 минут. Хотя там тюрьма. Тут просто еще одна такая миссия, стелс-миссия. Которая немногим всем нравится. Там прям по стелсу прям всю надо проползти. И немногим она на самом деле нравится-то. Ой, она там дальше. А вот здесь есть этот? Параплан-то этот. Или где вышка-то? Алло? Эрнхард? Привет, а вот он. Это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Да, встретимся. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. Охрененно, да, приземлился? Охрененно, Димка, приземлился. Ну, я летчик еще тут. Я никогда не понимал, как на этих парапланах приземляться. В играх. В жизни-то в реальной понятно, как там приземляться. А в играх... Непонятненько. Так. Так, варанов на варанов можно сходить поохотиться. Можно сходить поохотиться на варанов, на буйволов. Даже не можно, а нужно. Здесь целый остров, а там ресурс. Так, треснувшие очки. ПКМ бесплатный. Но мы его уже купили, нам так что. Так, а что у нас здесь по карте? Давай посмотрим. Акулы, ребят, есть. Акула, олени, вараны. Но это варанов надо нам там пощелкать будет. Обязательно. Так, змеюка. Змеюка, отстань. Так, вся сигнализация выключена. А нам что надо сделать-то? Долбал-то шипеть. Так, подожди, а что по заданию? Что? А задание-то как у нас? Что? Ладно, насрать.
По сути, они меня не должны видеть, потому что я работаю с глушаком. Хороший ствол. Так, курицы бегают. Бля, заебал шипеть. Ты, блядь, кто? Так, я понял. Оп, бери. Ты бери. Так, нам надо взять. У начальника берем ключ. Что-то игра подлагивать начала. Так, где же они снимают видео для выкупа? Порнуху? Где-то там. Насрать! Так. Как не пускать его в пещеру? Конечно, не пускать. Че, ебанулись? Вы животные. Давай быстрее перезаряжай. Так. Но я думаю, смысла их осматривать особо нету. У них что там лежит? Ну что, кожаный бумажник. Тут по 10 баксов, конечно. Не, ну есть смысл, конечно. Ладно, вру. Бегут. Бегут, бегут. Пусто! Издеваетесь, что ли? Добежали. Лиза, я иду! Не дай мне умереть! Не даю! Не умирай! Нет! Так. Здесь фильм снимают, да. Это видео. Ее тут нет. Да ты что? Как нам открыть? Очень хорошо, давай так же еще раз. А к нам тигрулю открыть? С большим чувством. Вот здесь снимали. Нет. У вас? Там вроде на... Блин, я тигруль зачем убил? Я тигруль зачем? Я хотел шкуру с него собрать. Я говорю, кто набил? А? Свитер набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк. На экзотику? А я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Кранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты... злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол-то, а? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кому, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать.
Кстати, зажигалка твоя дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик, это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Так, одного забрали, кстати говоря, пленник. Чё, Джейсон, Джейсон, блин. Давай спасайся, мать. Ты сможешь, я в тебя верю, что ты сможешь сама. Давай, каждый сам за себя. Лиза, я иду! Да-да-да, ты идешь. Да-да-да, я иду. Нет, я иду! Ага. А. Надо прострелить трубы! Хорош. Огонь повсюду! Да ладно, ты что, правда? Повсюду? Лиза, я вижу дверь, иду! Ну? Говорит, огонь повсюду, говорит. Нажимается. Помоги, Джейсон! Не бойся! Не сюда! Определенно не сюда! Да хвост, куда мы там упали-то, если мы не можем ее найти? Хорош. Ты где? Да бегу, блядь. Спокойно, Лиза, я иду. Не бойся, я тут. Боже. Не шевелись. У них Оливер. У них Оливер. Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной. Есть идея. Прыгай. О нет, я так не могу. Отсюда только вниз. Давай. Давай, 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 насра... Ебать. Жестко. Говорит, а тут только мне нормально, да, как-то спрыгнуть. Они на рыбку решили прыгнуть. Ужас. Иди, сможешь? Думаю, да. Туда, грузовик. Он как на ладони. Иду за ним. По тачке. Лиза, за руль! Что? Иди. Окей, окей. Цель спинтовар. Черт, не заводится. Давай, столкача. Скорей, Джейсон. Давай мне что-нибудь. Поехали, ты что стоишь-то? Офигеть, ты видел этот взрыв? Поехали! Чё ты взял? Подожди, а у нас это что, бесконечное? А чё я взял, кстати говоря, в руки? А. Всё нормально, не переживай. Я не могу! Как же мне справиться? Езжай давай! Да насрать. Чем ты занят? Стреляй по ним, Джейсон! Чем это я занят? Я стреляю по ним. Не дергай руль! Ты мешаешь! Нормально. Кстати говоря, мы едем очень медленно, если что, километров 20. Иди прямо, я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Руки на 10 и 2! 10! Хочешь вести?
Давай, без проблем. И мы, кстати говоря, быстрее дальше уедем, если я буду вести. О боже, о боже! Быстрей, быстрей! Тут ни шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Живые! Смотри-ка, около них взорвалось, ему все насрать. Зачем заглушила мотор? Не я, он сам! Крути ключ, меньше газа! Да я, ты о чем вообще? Лиза! Господи, садили бабу за руль. Они перед нами! Джейсон, впереди! Дай мне нормальный ствол. Да, все нормально, говорит. Серпантин! Серпантин! Серпантин, говорит, серпантин. Только я не знаю, к чему он говорит это. Вот это нормальное оружие. Это пистолетик какой-то сраный дали. А ты можешь чуть побыстрее ехать? Я все брошу. Быстрей, быстрей! О да. Ублюдки не знали, что их убило. Так едет, как будто на права сдает. Медленно и аккуратно. Мы чуть не умерли, не попали в рабство, хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Я покажу, отведу тебя к наркоману доктору. Все, на этом заканчиваем серию. Сейчас там пообщаемся, да, там, наверное. Готово спасение. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Угу. Найдите проход в пещеру. Ну, я знаю, где этот проход. Мы сейчас вот туда дойдем, но это уже в следующей, ребят, серии. Вот, это в следующей серии, а в этой мы с тобой навыки давай прокачаем. Конечно, неплохо. Ну, так, кстати говоря, тоже неплохо. Чтобы на бегу перезаряжать оружие, тоже бы надо, ребят. Ну, давай. Бегу, чтобы оружие перезаряжать, потому что это полезная вещь. Это, я считаю, полезная вещь, потому что я часто таким буду пользоваться. Быть в воде на 25% быстрее тоже бы надо. Давай, чтобы две ячейки от одной хилки восстанавливать. Ну давай, я думаю, здесь вот можно будет прокачать. Давай гранату прокачаем. И пистолет в пулеметов, да? Навскидку вот из этих, да, тоже бы надо. Блин, ну вообще тут много чего полезного. Ну давай, чтобы плавать. Ну ладно, давай вот здесь прокачаем. Давай прокачаем вот сюда. Пойдем, чтобы эксперт по винтовкам быть. Вот. Чтобы экспертом по винтовкам быть, мы с тобой уже... Мы уже с тобой в следующей серии пойдем, будем. Нельзя сконфигурировать время миссии. Блин, печалька. Тут у нас, оказывается, миссия. Это, оказывается, ребята, миссия. Ну, давайте закончим миссию. Я думал, все, как бы тут можно закончить. Лиза? Дейзи! Дейзи! Ты цела? Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку,
Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Силовую головку? Отличная находка. Хлопоты. Давай, посмотри. Найди в пещере силовую головку. Ты цела, я рада. А можешь сохраниться и закончить на этом? Я не хочу силовую головку сейчас. Я тоже. Думаешь, лодка поплывет? Козлы. Ну ладно, что поделать, ребят, серия час. Где там ваши силовые головки? По-любому где-то снизу, да? Нашел я тебе твою силовую головку. Не знаю, зачем я эти пунцовые с это сдираю. Буду ли я их, из них что-то готовить? Мне, по сути, зелененькие только бы надо. Ох, что с тобой, подруга? Ох, она переходит в какой-то другой астрал, ребята. В другой мир, в другой этот. Ты где? На, головку тебе. Просил с головку на головку. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готово? Почти. Есть! Да. Клёво! Дальше мы сами! Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Да, её там штырит, я вижу. Возможно, ей доктор что-то уже... А, не, всё, её отпустила. Её уже отпустила. Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целы. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. Готово, хлопоты. Покиньте пещеру. Ну, здесь, кстати говоря, можно посмотреть мультики, да? Но это мы в следующей серии будем смотреть с тобой. А можно не смотреть. Или будем смотреть. Ну, я думаю, мы посмотрим, но уже как-нибудь потом. Так, кстати говоря, опять одно очко. Но можно здесь сохраниться и закончить на этом. Давай, чтобы плавать быстрее. Можно здесь сохраниться? О, сохранение, что, слава богу. Давай покинем пещеру насрать. Вот, сохранились. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Вот. Всем до встречи, всем пока.